Все на магазин Победы. Здравствуйте. По вашему запросу видеообзор на Samsung M12, модель Conos 3.32. Состояние телефона хорошее, камера у нас целая, небольшие царапины есть, но это не влияет на работоспособность камеры. По задней крышке недочеты тоже имеются в виде потертостей небольших. Видно, что телефон либо в чехле носили, либо, ну точно в чехле, потому что есть потертости по краям телефона. В целом телефон, как я сказал, в хорошем состоянии. Экран тоже целый, не битый, никаких сколов, трещин нету. Плюс наклеена защитная пленка. Также экран у нас хороший. Нет следов выгорания. Фантомных экранов тоже нету. Телефон также был сброшен до заводских, поэтому настройки здесь все минимальные. Аккаунтов, соответственно, тоже нету. Samsung аккаунт нету, учетных записей других тоже нету. Вот настройки телефона M12 моделька по памяти, как я сказал, 3.32. Полностью телефон еще свободен, не забитый до конца. Единственный минус, забыл сказать, у телефона не работает динамик разговорный. Общаться можно только либо по громкой связи, да, либо через гарнитуру, наушники, Bluetooth наушники. В общем, разъем 3.5 тоже есть для гарнитуры. Можно будет подключить. В целом телефон хороший. Состояние, как я сказал, даже на 4. Такую, знаете, на 4, твердую четверку. Может быть, даже где-то... И в целом обращайтесь к нам на филиал по всем интересующим вопросам. Сим-карту, да, поставил. Связь ловит, 4G. Все хорошо. Телефон будет выполнять свои непосредственные задачи должным образом.